Здравствуйте. Собственно, продолжаем бродить по болотам с сервисом 2. Нам тут же представляют вот этого милаху. И еще ведьмы тут прилетят. Они, конечно, раздражают, но я думаю, мы с ними быстро справимся. Так. И как только мы избавимся от них, минутку. Ворота прорвет этот чувак, который также сгинет в небытие очень быстро. Далее солдаты. Ведьма вот это вот с котлом. Что она делает? Так, не забываем про ракетчика здесь за углом. И движемся к секретам. Тут целых два секрета на почти одном квадратном метре. Вот это серьезная бомба, которую мы не используем. А также, если мы ставим вот эти вот ящики, то сможем запрыгнуть на контейнеры. Не хватает на это строение. И таким образом взять секретную броню. Здесь ракетница. Собачки показываются. Такие мини-серберы. И никаких проблем. Единственное, они могут неожиданно так подскочить. И они требуют некоторого внимания к себе. Но главное их подмечать издали, и все будет хорошо. Здесь, да и в принципе на всем этом уровне, мы будем в основном работать плазменной винтовкой, потому что заряда для нее хватает. И это оружие довольно эффективно здесь. Чересчур эффективно, я бы даже сказал. Особенно против ведьм. Кстати, о ведьмах. Нужно это дело идти к завершению уже. В конце волны должен появиться биомех. А вот и он. Нет оружия. Я почему-то подумал в этот момент, что у меня должен быть супердробовик, но его нет. Итак, здесь еще один секрет. Как будто если у мало серверов, то с помощью вот этой вот дудочки их можно призвать. Целых двух. Но тем не менее мы продолжаем. Я прыгаю по этому болоту, потому что скорость передвижения здесь, мягко говоря, средненькая. Здесь ведьма в деревьях прячется. Сзади наш инопланетный дружок. Этот контейнер взорвется. И мы взорвем тех, кто был в нем. Еще два. Чувачка. Не знаю, как обзывать, если честно. Странные штуки. Ну да ладно. Да? Здесь еще одна ведьма.
Мы движемся вот к этому забору. Здесь много боеприпасов, здоровья. Кто говорит нам о том, что здесь будет? Более-менее серьезный бой. Этот контейнер взрывается, когда подходим близко. Собираем все и необходимое, собственно, и отходим. Потому что нам нужно место для маневра. И с этой ареной проще справиться где-то вот с этой точки, где-то вот отсюда. Эй-эй. Бы еще не застревал в этих деревьях, трубах, чем-либо еще. Да, вот здесь будет хорошо отстреливаться. Потому что если стоять, принимать их у ворот, очень быстро могут задавить. Ну и к тому же только вот этим вот набором лохишей, разумеется, дело не ограничится. Иногда можно на ракетницу переключаться. Тоже весьма эффективная вещь. Ну да, вот собственно и биомехи. У их ракет довольно большой удар по области. И если стоять где-то там у заборов, то можно и отхватить. Ну, собственно, вот. За мной, по-моему, даже ничего и не было. Но удара по земле хватило. Так, по-моему, должно быть все. А, вот. Теперь точно все. Это прошло относительно неплохо. Берем все, что осталось. И картечь тоже. Потому что нам сейчас наконец-то дадут достолку. Мне интересно. Так, ладно. Понял. А, я его хотел оттуда выцепить. Видимо, его оттуда не видно. Забираем здесь вкусняшки. Это нам не нужно. И вот там мы уже можем видеть большое сердце. Его можно получить доступ вот к этой вот прыгалке. Но нам тоже пока не нужно. Здесь мы возьмем броню. И продвигаемся вперед. Здесь будет довольно много ведьм. Тяжки тут же подоспели. Какие виражи? Но он стреляет. Неважно. Возьмем супер дробовик. И рюкзак, потому что патроны у плазмогана заканчиваются. Пока попользуемся им, когда вернутся ведьмы.
Или даже сейчас, наверное. А, вот. Ладно, неважно. Отлично. Когда вернутся ведьмы, разумеется, лучше на плазмоган переключиться. Ну или для дальних целей. Ну, это должно быть все. Продвинемся еще чуть дальше, и да? Ведьмы возвращаются. От той избавимся. И вот от той тоже. Нет. Один забег у меня так и закончился, что я случайно выбрал супербомбу и сразу же нажал на огонь. Я не очень люблю их использовать. Да и это не спортивно как-то. Это так, кнопка паники для новичков. Больше никого нет, но в любом случае придется взять это сердце, даже учитывая, что у нас почти 200 очков здоровья, просто потому что оно считается секретом. Так. Насколько я помню, тут ничего. Да. Возвращаемся. И идем дальше. Так, мы пройдем здесь, взорвется вот этот контейнер. Там будет ведьма. Далее вот этот с солдатами. Печка, мы это запомним. Итак, здесь будут появляться вот эти танки. И также бежать к нам солдаты. Отсюда можно спокойно отстреливаться, если нужно, укрываясь в этом контейнере. Благо пулеметчиков здесь нет. С ними этот бой был бы гораздо хардкорнее. В этом замесе они бы были приоритетной целью номер один, а тут... Вот и так хватает целей. Глаза разбегаются. Надо недооценивать ракетчиков. Так, это должно быть... А, нет. Вроде бы все. Еще осталась пара ракетчиков и танк. Не то оружие.
Даже солдаты побегут и инопланетяшки. Я пока, наверное, отойду в сторону аптечки, которая вот здесь вот осталась. Просто на всякий случай. А то мы всегда можем внезапно наполучать. Еще жив? А. Так, проверим. Да. Проверим, можно ли идти дальше. Да, можно. 3 из 8 секретов. Должно быть на этом этапе. Остальные 8 прямого, остальные 4 прямого выхода. Здесь просто кучка солдат. Дробовик и гранаты прекрасно справляются с задачей. Ой. Здесь будет 2 ведьмы с котелками. Ну и вот эта финальная арена. Здесь ничего сложного абсолютно. Так, ну, вроде все. Идем за секретами. Остальными 4 они прямо вот. И. А где меч? Должен быть меч. Кажется, я в него выстрелил случайно или его взрывом задел. Куда он делся? Суть в том, что здесь разбросаны такие предметы. Если их поднять, то сработает секрет. Ой, то есть тут три предмета, вот один из которых меч, которого здесь нету. Я его не вижу даже нигде. Ну да ладно. Мы идем сюда, видим тут скелет Дюка Нюкема. И ящик с золотом. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы не получим всех секретов, если не найдем этот меч. Надо взять, он где-то провалился. Я пытаюсь сейчас нажимать кнопку использовать, чтобы зацепить его где-нибудь, где он теоретически может быть. Там я, скорее всего, умру. Вот так вот его надо взять. Ну, блин. Обидно. Ну вот, то есть 7 из 8. Вот 8 как раз таки этот меч. Я даже не знаю. Это конец уровня. Весь его переигрывать из-за этого. Ну. Где-нибудь, может быть. В принципе, я его прошел полностью, это финал просто. Так, стоп, не там. Я просто сейчас загружу контрольную точку и покажу, что должно быть.
А так чуть дальше пройти, и все, уровень закончится. Но эту арену придется переиграть. Никаких проблем. Стараюсь не стрелять в свою сторону сильно. Так. Ну и вот он, собственно. То есть. Показываю опять же. Я не пропустил ничего. Говорим Дюку привет. И вот как раз таки этот меч являлся 8-м секретом, да? Если не знаю, я в него выстрелил как-то, он скорее всего улетел тут. Или сам была физика такая странная, или из-за взрыва, или из-за выстрелов. Он за выстрелом мог полететь куда угодно. Ну вот, и все, его нет, он пропал. Ну неважно. В любом случае, этот казус, я думаю, нам не помешает, так как вот мы уже финал уровня. А сам уровень, да. Пройден, как и обычно, без загрузок, смертей, чекпоинтов, сохранений и прочей читерской дичи. Да? Собственно, это в меру сложный уровень, такой местами, если не знать, что тебя ожидает, конечно же. И тут может закрасться впечатление, особенно у тех, кто играет в него первый раз, что неужели весь эпизод будет в таких вот мрачных болотах, таких вот давящих и прочего. Я тоже так думал, когда играл в первый раз в эту игру. Но следующий уровень приятно удивил сменой обстановки. И там мы с вами и увидимся. Спасибо за просмотр и всего доброго.